Всем привет, с вами я, Дед Милон. Сегодня я вам расскажу, что добавили в обновлении 14.0. Но перед началом, пожалуйста, подпишитесь и поставьте лайк. Вам не сложно, а мне приятно. Ну и давайте начинать. Первое. Давайте посмотрим, чего не добавили. А именно разрушение кирпичей и прочих предметов. А также изменение одежды, как было показано на иконке. Вернули медицину, ну и с медициной добавили новый предмет. Если вы оторвали Милону руку или другую часть тела, то этот предмет прикрепит руку обратно. Также, как мы знаем, по официальному видео разработчика добавили парашют, ну и также из нового добавили новые игрушки и нормальную физику к ним, ну и вот ролик подошел к концу, ставьте лайки и подписывайтесь, всем удачи и пока.